посыпаем тальком. Для чего нам нужен тальк? Подсушить кожу. Нет? Да. Еще. Что тальк делает еще у нас? Успокаивает. Нет. Тальк подсушивает кожу. Тальк делает хорошее сцепление волоса с сахаром. Тальк не дает коже травмироваться, чтобы лишний раз не уходили новые клетки кожи. И тальк не дает перегреваться коже, защищает ее от перегрева. Вот если присыпаю, то присыпать сразу на весь участок или? Можно сразу, не вытирай сильно, пусть он там будет, да, сильно вытирать не надо. Кстати, вот это вот можно еще капельку, видишь, она покраснела, а теперь вот эти поры, которые были здесь все, не протри здесь. Вот эти вот все точечки, пупырышечки, они как раз показывают, где были волоски. Это поначалу так бывает, потом, когда постоянно делаешь процедуру, уже таких точек нету, потому что волосы стончаются. К вечеру пройдет уже. Оно уже скоро пройдет. Так, все, да? Натяжение кожи. Не-не-не. Ага. Ложить пальцы не надо перпендикулярно. Вот, перпендикулярно. Они прям, да. Не торопимся. Приподнимаем повыше. Вот. И теперь отходим дальше. И резко срываем. Дальше. И резко. Молодец. Не торопимся, не суетимся. Зачем ты ее месишь? Ты ее уже 8 раз помесила, да? Срывай. Только отходи дальше. Чтобы собрать пасту, нужно протянуть и сорвать параллельно коже. Тыкать вот так не надо. Протянуть так и... Натянула, сорвала. Угу. Убери лишние пальцы. Убери лишние пальцы, а то сейчас все так. Протянула быстро, резко. Молодец, все, не лезь сюда больше. Все, не лезь, молодец. Молодец. Поехала дальше. Стык-стык делай, да. Вот тут закончил, знаешь, здесь. Нет. Поставь и образуй валик. Поставь. Вот. И медленно катись вместе с пастой. Не тяни ее сильно. Вот. Все, маленькие дорожки делай. Короткие. Да. Приподнимай. Еще палец приучить надо. Все нормально? Так, все. Молодец. Молодец. Паста. Не надо так забить. Резко. Резко. Как резко? Убери палец. Вот этот убери палец. Резко это вот так сложила и все. Давить не надо на кожу. Теперь не надо. Теперь натяжение сделай. Натяжение кожи. Будь синяк. Так. Протянула, параллельно сорвала резко. Резко. Сейчас вверх дернула. Угу. Антистресс. Молодец. Молодец. Тяжело поначалу. Больно. Терпимо. Думала будет. Так, теперь вот это вот как мне. Дай. Просто расслабься. Все. Просто вот так. Да, просто вот так. Слегка, только не бей ее сильно. Так, теперь я опять ставлю. Поставила валик. Не вижу валика вообще. А торопишься, потому что. Крутилась. И у тебя там еще перчатки все это. Перчатки перекручены у меня уже тут все. Вот они, перчатки. Угу, заживались в пасте. Ох, как мощно. Ага. Трясешь. Паста склеилась. Ну, теперь вот здесь, да? Здесь? Давай. Ну, сейчас надо убрать их вместе с пастой и взять помягче пасту, попробовать.
Давай. Ты так руки себе сломаешь. Не мести. Один раз протянула и дальше дергай, если ты уже три раза возюкала, хватит. Молодец. Молодец. Выброс такой. Фью. Молодец. Хороший срыв у тебя. Молодец. Если ты будешь тренироваться часто, то у тебя будут быстро получаться ноги. И на повышение уже можно легко приходить. Не боясь. Только надо тренироваться дома. Делать срыв. Срыв у тебя хороший. Сила у тебя есть. Бывает же, ты знаешь, к концу только уже урока, уже к концу последние пятки, можно сказать, только она понимает, как это надо сорвать. Поэтому не сразу, не у всех получается срыв. Надо обязательно три, да, раза? Да. Молодец. Лишние пальцы убрала. Нормально все, ага. Давай. Также снизу начинай. По маленькой дорожке делай. Короткие. Ничего, ничего. Научишься. Давай. Протягиваем. Надо просто набить руку немножко. Сделала вверх. Дернула. Вверх. Смотри, как ты сейчас дернула. Вот так у тебя полетело. А надо вот так. Не трепи пастой. Можно ножку вот так, клиенту объясняю, чтобы чуть-чуть согнуть. Вот так, давай дальше. Не надо вот так делать. Это больно, это неприятно. Пусть она там будет, эта паста. Она не мешает тебе. Лишь бы вот руке не мешало, чтобы делать эти стресс. Так, давай. Отходим чуть дальше, 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 дальше. Молодец. Ага, закрутилась, ага, как будто она тебе сейчас... Только пальцем не вот так не сдирай. Не-не-не-не, смотри. Стой, не торопись. Сейчас я буду. Не торопись, смотри, как надо делать. Отсоедини. Поставь вот так вот. Медленно стяни, придави. И медленно стяни пасту. Так. Теперь разверни ее и протягивай по новой. Угу. Молодец. Вверх, потому что ты вверх дергаешь. Вверх аж на потолок закинула пальцы. Вот так сделала. У тебя руки холоднее были. И мокрее. Да, да. Трава. Вот здесь еще маленькие. Не тыкай вверх так. Вот волосы еще вижу тут. Где-то здесь. На просвет вижу. Есть? Вот они, вот, вот. Здесь вот. Ну вот, вот пальчик вот это я еще его не трогаю. Давай, давай, давай. Тут, пальчик, кстати, на крайнем пальчике тоже есть. А тут в поры залезла еще это. Волоски есть. Молодец. Последний мизинчик тоже. Там есть что-то? Угу. Я же увеличила, мне видно хорошо. Вот, молодец. Угу. Сейчас дальше не иди, а то потом не отлепишь. Это такое дело, пальцы, что да, на ноготь вообще, если залезешь, с ногтя не слезет. На пятку тоже нельзя. Резкости нету. Держи. Бери.
С кожи раз сорвали. Мозоли, мизинцы, все.